Я представляю работу мастерской раритетов «Монах», заместитель директора Ковалева Наталья Ивановна. На этой прекрасной выставке мы приехали еще раз поразить почитателей города Киева и гостей и показать наши удивительные, уникальные работы. Работы представлены на этом стенде, авторские, эксклюзивные. В основном работы выполнены на пасхальном яйце. Почему на пасхальном яйце? Яйцо является символом вечной жизни, универсальным талисманом удачи и оберегом. В древности яйцо пасхальное очень почиталось. Тысячелетиями яйцо было в каждом доме. Поэтому на сегодняшний день наши почитатели и посетители идут в духовности. И на сегодняшний день хотят видеть в своем доме, в своем интерьере духовные вещи. Это пасхальное яйцо. Кроме пасхального яйца работы выполняем и на картинах, на шкатулках, на блюдах и другой продукции. Мы уникальны тем, и в общем-то нас уже знают во всем мире, не только в России, на Украине и в Великобритании. У нас уникальная технология. Технология разрабатывалась в 90-х годах прошлого столетия и уникальна тем, что в основу нашей технологии взят метод Леонардо да Винчи, метод прессировки, который применил он впервые при написании Моны Лизы. Метод был доработан вот до такой техники, которую вы сегодня видите. Уникальная лаковая обработка, которую мы делаем месяц, она придает нашим работам не только блеск, роскошь и красоту, но через 10 лет цветность красок не меняется. Работы наши представлены и в Лондоне. Вот у нас там на сегодняшний день представительство. Работы выставляются на выставках, в основном в посольстве. Недавно, вот в конце сентября, в посольстве Украины праздновалось День независимости, где были выставлены наши работы. И наши работы покорили и английскую публику, и публику, которая была приглашена со всего мира. Было очень много гостей со всех стран мира. Работы наши освещены. Архиепископ Киево-Печорской лавры дал благословение на производство и реализацию данной продукции. На сегодняшний день работы приобретаются не только в частные коллекции. Мастерская раритетов «Монахова». Почему раритет? Это уникальные вещи, которые идут у нас в основном в одном экземпляре. Оседают в основном в частных коллекциях многих стран мира. Это и США, и Франция, Бельгия, Швейцария, Флорида, Майами, Австралия, Россия, Украина. Нам приятно осознавать, что основная часть наших работ остается все же на нашей любимой Украине. У нас в основном это в таких городах, как город Киев, Донецк, город Одесса. Нас всегда рады видеть в городе Киеве. Я хочу несколько слов благодарности сказать руководству Киевского контрактового ярмарка, насколько на сегодняшний день очень организованно представлена эта выставка. Мы просто находимся в роскоши. Особый низкий поклон от генеральному директору, это Владимиру Андреевичу Иванову, и также организаторам этой прекрасной выставки. На этой выставке мы, конечно, немножко продали работу вот, и сделали много наработок. Нам поступили предложения по открытию магазинов. То есть наши работы настолько удивили посетителей, что не только приобретали, но и также получили предложение выставить некоторые